тобой, знаю, я все смогу, знаю, я все пройду. Ты даешь силу мне, ничего нет невозможного. С тобой видеть глаза начну, узы греха падут, буду верить тебе, ничего нет невозможного. Не хочу жить видимым. Нет, не хочу жить чувствами. И если упал я, ты со мной. Я знаю, тебе подвластно все. Над ним издевались, его распяли на кресте. Но он все свои грехи взял на себя. Все наши грехи он понес на крест. И он воскрес! И мы будем провозглашать это, что он воскрес из мертвых и даровал нам спасение. Аллилуйя! Чтобы его славили.
Победу вечной жизни.
Христос Амвиат! Христос воскрес! Сегодня мы собрались в это торжественное праздничное служение для того, чтобы прославить Иисуса Христа, для того, чтобы вместе праздновать праздник воскресения Господа Иисуса Христа. Воскресение является центром христианства. Воскресение несет надежду в сердца, в жизни наши, на то, как Христос воскрес, и верующие в Иисуса Христа также воскреснут. Я приглашаю вас сейчас, в следующие минуты, в молитве прийти к Господу, поблагодарить Его, поблагодарить за надежду, поблагодарить за веру, поблагодарить за то, что Он есть Тот, Который одержал победу там на кресте, там в страданиях, там в мучениях, там, будучи распятым, Он одержал победу над грехом, над грехами, одержал победу над проклятиями, одержал победу над болезнями, одержал победу над всякими немощами. Он Тот, Который восторжествовал. Он является воскресшим, является живым, и на протяжении тысячелетий мы празднуем, мы провозглашаем воскресение Господа Иисуса Христа. Ни о ком не заявляют и не говорят о том, что воскрес, но Иисус, Он воскрес из мертвых. И сегодня мы здесь для того, чтобы поклоняться, для того, чтобы славить воскресшего, живого, присутствующего Духом Своим на этом месте. Я приглашаю вас, давайте в молитве прославим воскресшего, живого Господа Иисуса Христа. Отец Небесный, мы благословляем Тебя, великий Бог. Бог наш, мы благодарим Тебя и превозносим. Мы поклоняемся Тебе. Господь, мы возносим Тебе честь. Имени Твоему возносим славу. Иисус, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты оставил небеса. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты пришел на эту землю. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты взошел на крест для того, чтобы отдать жизнь свою, для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы дать нам жизнь. Ты отдал свою жизнь. Ты пролил кровь свою. Иисус, я благодарю Тебя за то, что гробница, смерть не удержали Тебя, но Ты воскрес, так как говорил ученикам, так как говорил последовавшим за Тобою. Господь, и сегодня мы на этом месте славим Тебя, поклоняемся Тебе, потому что Ты живой, потому что Ты воскрес, потому что Ты есть Бог наш, Бог действующий благодатью Своею, Бог многомилостивый. Христос, да будет имя Твое благословенно. Господь, да будет имя Твое возвеличено. Господь, да будет имя Твое прославлено. Мы поклоняемся Тебе, благословляем Тебя, Иисус, возносим имени Твоему честь, Твоему имени возносим славу. Тебе живой Иисус, Тебе живой Господь и Бог наш. Иисус, вначале Ты был Словом, со Всевышним был одно. И слава скрытая в творении, в Тебе явилась, наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог. Ты мой Царь Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнивай. Чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог.
Господь, нас от греха. Ты освободил нас, Господь. И силе Твоей нет предела, Господь. Мы славим Тебя, о всесильный, всемогущий Царь. Аллилуйя, Иисус. Рано на рассвете первого дня недели, воскресенья, женщины пошли ко гробу для того, чтобы помазать тело Иисуса Христа, для того, чтобы быть, оплакивая Его там у гроба. Но придя, они увидели нечто, то, что было странным для них. Они нашли камень, который был отвален от гроба. Они искали Иисуса Христа, они искали Его тело, но вместо того, чтобы увидеть тело Иисуса Христа, они увидели те пелены, которые, в которых был закутан Христос. Они увидели там, которые находились. Выйдя, они смотрели вправо, влево. Они искали знать, где тело Иисуса Христа. И тогда явились ангелы с женщинами, говорят им, почему вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, он воскрес. Господь Иисус воскрес из мертвых. Я приглашаю вас сейчас повернуться к людям, которые рядом стоят, которые находятся справа, слева, позади, впереди вас. Поприветствуйте, поздравьте и скажите о том, что Христос воскрес, отвечая, что Он воистину воскрес, что Он является живым, воскресшим из мертвых, восторжествовавшим над смертью. Я приглашаю вас, займите места, присаживайтесь. Мы рады приветствовать среди нас на этом замечательном, прекрасном празднике воскресения Господа Иисуса Христа наших друзей, близких, гостей, людей, которых пришли сегодня в первый раз, во второй раз,
собрание, на служение. Давайте мы их поприветствуем. Давайте мы скажем им добро пожаловать. Скажем о том, что мы рады их видеть здесь вместе с нами. Желаем, чтобы Бог благословил вас. В дальнейшем на мониторе мы сможем просмотреть информацию о церкви Филадельфии. Воскресение Иисуса является свидетельством и доказательством воскресения людей, что является основной истиной христианской веры. Слово Божье, Библия, гарантирует воскресение верующих, когда Иисус Христос снова придет. В отличие от остальных религий, только у христианства есть основатель, который победил смерть и обещает своим последователям такую же победу. Остальные религии основаны людьми, либо пророками, конец которых стала смерть. Помолимся о людях, которые считают Иисуса простым хорошим человеком, учителем или пророком, чтобы эти люди получили откровение о смерти и воскресении Иисуса. В прошлое воскресенье была объявлена помолвка. Речь идет об Михаиле Штирбо и Александре Турку. Пусть Бог благословит их. Участвуй в конкурсе дружбы. Победители получат подарок на Великий день друзей 3 июня текущего года. Формуляр для участия вы найдете на рецепции церкви и на нашей странице в Facebook. О, уже будет слышно лучше. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы сегодня собраны здесь, чтобы праздновать. И этот особый праздник в жизни каждого из нас совершил Иисус Христос. Я приглашаю вас хотя бы на одну минутку представить себе, что Иисус бы не воскрес. Сколько бы миллионов людей остались бы неудел? Сколько бы людей потеряли надежду, смысл жизни, сколько бы страха было на этой земле. Но благодаря тому, что Иисус пришел с небес, умер и воскрес, сегодня каждому человеку дает нечто новое, дает жизнь с избытком. Наверняка вы читали то, что написал пророк Исаия. В Ветхом Завете, в Библии описаны, предсказаны те события, которые должны были случиться в будущем, в том времени, когда Иисус должен был прийти и принести нечто на землю. Это нечто, это освобождение, это исцеление людей. То, на что сегодня могут претендовать, ожидать, просить люди, верующие в Иисуса Христа. Сегодня здесь, на этом месте, есть люди, которые верят в Иисуса. Есть такие люди? Сколько их? Много, много этих людей. Нас миллионы, и мы верим, что Христос воскрес. Я сегодня приглашаю тебя, чтобы ты пришел и то, что тебя гнетет, принес пред Ним. Потому что ради тебя Иисус воскрес. Он желает, чтобы ты был освобожден и исцелен, чтобы не было того гнета, который есть в людях без Иисуса, чтобы то освобождение было пережито тобой сегодня еще раз, заново. Если ты забыл об этом, Христос воскрес для тебя. Мы будем молиться о наших нуждах, нуждах, которые есть еще в этой жизни. Будем молиться об исцелении людей, будем молиться о твоем исцелении. Я приглашаю вас подняться. И если вы желаете, чтобы сегодня мы помолились за вас, вы можете выйти сюда наперед. Мы будем надеяться вместе на Бога. Мы будем ожидать от Бога исцеление и освобождение, то, что Он сказал, что принес в этот мир и подтвердил это. Не просто пообещал, не просто сказал и забыл, но подтвердил это своим воскресением. Слава Ему за это. Аминь.
Молимся за исцеление людей. Молимся о том, чтобы Бог вернул обратно наших сограждан из Афганистана. Молимся за спасение тех людей, которые еще не знают Иисуса, чтобы в их жизни Иисус Христос воскрес. Великий наш Бог, мы благодарны Тебе за Твою великую любовь и заботу, которую Ты оказал нам, людям, Твоему творению. Благодарим за ту волю, которую Ты наделил нас и дал свободу выбора. И сегодня мы выбираем верить Тебе, доверять Тебе и жить с Тобой вместе. Мы просим сегодня, Господь, благослови тех, кто нуждается в исцелении. Прошу, благослови и принеси освобождение в жизнь людей. Мы просим и молим, и ожидаем от Тебя, великий Бог, помощи. Просим, благослови Елену Писареву. Прошу, исцели Анатолия Губа. Прошу за Елизавету Гуцу и Нику Громеск. Прошу, благослови их жизнь, Господь мой, исцелением. Благослови и исцели тех, кто сегодня вышли сюда наперед. Господь, мы верим в Твое воскресение. Мы знаем, что Ты воскрес, и этим воскресением Ты дал нам, Господь мой, живую надежду. И с этого дня, с Твоего воскресения в нашей жизни, мы не боимся смерти. Великий Бог, слава Тебе за это. Прошу, благослови, Господь мой, миссионеров, тех людей, которые уехали из своих домов, чтобы возвещать Слово Твое живое всем тем, которые не знают Тебя. Поддержи их, благослови их, великий Бог. Мы благодарны и признательны Тебе, великий Отец. Слава Тебе, Иисус и Дух Святой. Аллилуйя. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава нашему Господу! Прошу вас, займите ваши места. На текущей неделе мы получили очень много ответов на наши с вами молитвы. Вы написали это в ваших формулярах коммуникации о том, что Бог благословил и ответил вам на ваши молитвы, на ваши нужды. Я приглашаю вас теперь, давайте мы вместе заполним эти формуляры коммуникации, которые вы получили при входе в этот зал. И не забудьте указать в них то, каким образом Бог ответил вам на ваши просьбы, на ваши нужды. Давайте мы запишем на лицевой стороне свою фамилию, имя, отчество, и с правой стороны отметим ту категорию, к которой мы себя относим. Если вы наш гость и сегодня пришли к нам в первый или во второй раз, я прошу вас сообщить нам об этом, потому что мы всем нашим гостям хотим оказать наше особое уважение и по почте выслать наш подарок. Поэтому, если вы желаете получить его, вы можете оставить ваш адрес, необходимые данные для того, чтобы этот подарок мог успешно прийти к вам, и мы будем рады тому, что вы примете его от нас. Если вы используете электронную почту и желаете быть в курсе событий нашей церкви, вы можете нам оставить ваш электронный адрес. И еще одна просьба нашим гостям – сообщить нам о том, каким образом вы узнали о нашей церкви. Если вы завершили его заполнение этого формуляра, вы можете отложить его в сторону. Далее мы будем вместе прославлять Бога, и я приглашаю вас вместе с группой благословлять Бога в пении, петь Ему, восхвалять и возвеличивать нашего Бога.
Слава Господу! Благодарим группу за прекрасное исполнение. И, в принципе, то, что они сказали в песне, довольно доступно, понятно, передает нам суть христианства, передает нам то, что Господь Иисус, Он был распят, Он отдал жизнь свою, Он пострадал вместо нас, Он воскрес, одержал победу, является победителем, одержав победу над смертью, над болезнями, над грехами, Он победитель. И здесь, на этом месте, мы прославляем Отца, Сына, Духа Святого. Перед тем, как мы в дальнейшем будем говорить, я хотел бы поприветствовать тех, кто с нами онлайн, поприветствовать составные части Церкви Филадельфии, Доровскую, Русская, Прункул. Желаю, чтобы Господь благословил. Желаю, чтобы Господь прибыл с вами, чтобы Господь благословил нас, собравшихся, находящихся сегодня здесь, на этом месте. Знаете, рассматривая исполнение песни группой, я решил не проповедовать сегодня, поэтому представлю серию проповедей, которая начнется следующего воскресенья. Давайте вместе мы посмотрим новую серию проповедей, которая будет представлена нам, начиная с следующего воскресенья. Иисус сказал: «Я же попрошу Отца, и Он пошлет вам помощника. Он не тайна. Он поведет вас. Друг, утешитель, сила, обновляет жизнь, очищает сердца, принося мир и чистоту. Полнота Троицы, Отец, Сын, Дух Святой». Начиная с следующего воскресенья, мы будем говорить о божественной о личности, будем говорить о Духе Святом. Мы знаем, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. С следующего воскресенья мы будем говорить о Духе Святом, о действии, о Его силе, о тех переменах, которые производит, которые совершает в нашей жизни Дух Святой, о том, как Дух Святой меняет наши сердца, меняет наши жизни, наделяет нас силой, действует в нашей жизни. И если бы я был на вашем месте, я бы сделал все возможное для того, чтобы прийти и быть частью тех служений, которые будут, начиная с следующего воскресного служения. Так как я говорил о том, что сегодня я проповедовать не буду, но я хотел бы, чтобы мы рассмотрели доказательства воскресения Иисуса Христа. Рассматривая те аргументы, рассматривая те научные доводы воскресения Господа Иисуса Христа. Рассматривая воскресение Господа Иисуса Христа, мы понимаем, что воскресение Иисуса положило начало христианства. До воскресения Иисуса Христа верующих не существовало. Был иудаизм, были другие направления, другие понимания, другие взгляды. До воскресения Иисуса Христа не существовало, верующих не существовало в Христа. Когда Иисус умер, будучи распятым на кресте, был положен в гробницу, все ожидали, что Он так и останется мертвым, находящимся в гробнице. Вот почему я сказал, рассматривая в начале служения, что женщины утром, в первый день недели, воскресенья, они пошли ко гробу. Для чего? Для того, чтобы увидеть тело Иисуса Христа. Но они увидели нечто странное, нечто, что не поддавалось их пониманию. Они увидели камень, который был отвален от гробницы. Они увидели, что Иисус, который был положен в гробницу, и его там не было. Воскресение Иисуса положило начало христианству. Никто из людей того времени, тогда, когда Иисуса Христа схватили, тогда, когда Иисуса Христа предали на распятие, никто ничего не ожидал. Все ученики были неверующими. Мы видим некоторых, которые направляются в Емаус от Иерусалима, от того места, где развивались события, где Христос был распят, предан на смерть. Мы видим, что христиане, они начали расходиться в своей местности. По воскресению своему Иисус Петра находит у ловли рыбы, находит других апостолов в других направлениях. Кто-то не верил, пока не увидел, заявляя о том, что мы знаем такого человека по имени
Фома, и как мы его называем? Неверующий. Рассматривая первых христиан, рассматривая последователей Иисуса Христа, те, которые были с Христом при его жизни, эти люди после того, как Христос был предан смерти, они никто, они ничего не ожидали. Никто из них, из тех, кто нашел гробницу пустой, не верил в воскресение. Даже женщины утром, они говорили: скажите, где вы положили тело, кто, возможно, кто-то украл, кто-то забрал. Что произошло? Они не верили, не воспринимали то, что Христос воскрес из мертвых. И мы читаем в послании к Коринфянам, послание, которое было написано, письмо, которое было написано человеком по имени Павел, апостол Павел, который обратился, который уверовал в Иисуса Христа после его воскресения. И вот что он пишет, вот что он передает нам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое и приняли, в котором утвердились». Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, Петру, потом 12 апостолам. Потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть «До ныне в живых, а некоторые почили». Когда он говорил «до ныне», он подразумевал то время, в которое писал письмо церквям. То есть в его дни были люди, были живые свидетели воскресения Господа Иисуса Христа. И он продолжает, и он говорит: «Потом явился Иакову также всем апостолам». Иисус явился апостолам по воскресению своему, явился людям, и апостол Павел, он берется за то, чтобы аргументировать, он берется за то, чтобы доказать, довести до нашего понимания, что Иисус воскрес из мертвых. И говоря сегодня с теми, кто находится в этом зале, говоря с теми, кто с нами онлайн, я обращаюсь к трем категориям людей. Во-первых, рассматривая людей, которые верят, но задаются вопросом. И так происходит порой с нами. Мы те, которые обратились к Иисусу Христу. Мы те, которые избрали веровать в Иисуса Христа. Иногда задаемся вопросом. Тогда, когда из жизни уходят наши близкие. Тогда, когда находимся на похоронах, и даже если это и мы являемся свидетелями уходящих, будучи верующими люди, и рассматривая тот контекст, рассматривая ту ситуацию, естественно, мы задаемся вопросом, мы верим в Иисуса, но задаемся вопросом, а что дальше? Он верил в Иисуса в течение жизни своей. Да, мы верим в воскресение, но вот приходит момент, приходит время, когда некоторые из нас, они уходят по ту сторону жизни. Именно по ту сторону жизни, потому что есть загробная жизнь, и Иисус тот, который доказал, тот, который показал нам, тот, который воскрес из мертвых. Я обращаюсь к людям, которые такие, как и я, они верят, но порой задаются вопросом. Нормально, вы считаете себя верующим человеком, но у вас есть определенные сомнения. Что же будет после смерти? Что ожидает нас? Что ожидает людей? Есть вторая категория людей, и эта категория людей находится здесь. Вы спрашиваете, как вообще возможна вера? Некоторые полностью отвергают воскресение Иисуса Христа, отвергают веру в Господа, рассматривают веру как что-то невозможное для них, как что-то, что они не могут вместить в своем разуме, в своем сердце. Третья категория людей, которую мы можем встретить, которая есть здесь, среди нас. Вы задаете себе вопрос, вы спрашиваете себя: можно ли поверить заново? Возможно, вы выросли в церкви. Вы родились в христианской семье. Ваши родители посещали церковь. В каждое воскресенье вы приходили на служение. Дети и вы участвовали на воскресных детских программах. Но со временем что-то произошло с вашей верой. Со временем что-то произошло с вашим сердцем, с вашим пониманием. Вы уклонились, вы отошли, вы начали жить без Христа, без Бога, строить жизнь.
И вот теперь, находясь здесь, вы задаетесь вопросом, а можно ли вновь поверить? Возможно ли? Вы задаетесь вопросом, можно ли поверить заново? Вы выросли в религиозной среде или среде верующих, но забыли о вере. Аргументом неверия является миф о воскресении Иисуса Христа. И люди, которые сегодня отвергают, которые сегодня не верят в Иисуса Христа, они основываются на следующем мифе. Воскресение Иисуса основывается на следующем мифе для людей, которые отвергают и не верят в Него. Они говорят, созданная и переданная, и передаваемая в устной форме легенда, которая позднее стала доступна и в письменном виде. Возможно, ваши преподаватели не знали, а может, просто не хотели говорить вам о том, что Христос является воскресшим, Он является Богом, Он был на этой земле. Сегодня я сообщу вам рациональный аргумент в пользу веры. Все люди науки, они согласятся и согласны с этим аргументом. И даже если есть некоторые, которые отвергают Святое Писание, отвергают Библию и говорят о том, что Библия была написана людьми, отвергают еще какие-то доказательства, доводы воскресения Иисуса Христа, практически все люди науки, они согласятся о личности по имени Павел. Никто из ученых людей, исследователей, они не ставят под сомнение личность апостола Павла. Жил, имел самое большое влияние в христианском мире апостол Павел в свое время, в свои дни. Историки, они говорят, у Павла было влияние даже больше, чем у Иисуса. Послания Павла, которые мы находим в Священном Писании, в книге Библии, являются следующими. Есть много посланий, которые он адресовал церквям. И некоторые из этих посланий – это послание к римлянам, первое послание к коринфянам, второе послание к коринфянам, послание к галатам, филиппийцам, первое послание к фессалоникийцам и Филимону. Послания Павла не вызывают сомнения у ученых людей, у исследователей не вызывают сомнения. 7 посланий, которые не вызывают сомнения и не стоят под вопросом. И мы читали немного ранее из первого послания Коринфянам. Из первого послания Коринфянам мы читали, которое было написано апостолом Павлом в 55 году. От Рождества Христова нашей эры, в 55 году апостол Павел, он написал свое послание, то, о чем мы читали немного ранее, где он говорит о том, о вере в Иисуса Христа, где он говорит о том, что Иисус был распят за грехи наши, где он говорит о том, что Иисус воскрес, где он повествует и говорит о том, что он являлся апостолом, являлся людям, была часть людей, которые были в живых в те дни, в то время. В 55 году было написано это послание. Рассматривая приблизительно смерть Господа Иисуса Христа, 30-32 год, все историки согласны с этим, согласны с этими числами, с этими датами, с этим временем, заявляя о том, что да, в это время Иисус был распят, и Иисус, Он умер. Историки, они свидетельствуют и говорят о такой личности, как Иисус. В 55 году было написано послание апостола Павла. Послание жителям Коринфам было написано в 55 году. Павел говорит о своем первом визите в Коринфе. Он в своем послании, которое мы читали ранее, он говорит о том, что «я напоминаю вам то, о чем я говорю вам, то, что я пытаюсь освежить в вашем разуме, я уже говорил вам ранее об этом». В 52 году апостол Павел, он был в Коринфе 3 года ранее. Он был в Коринфе, беседуя с коринфянами, людьми того времени. И в письменном виде уже в 55 году он упоминает, в письме упоминает то, о чем он уже говорил ранее, тогда, когда был у них. И говорит следующее, напоминаю вам, братья. В 52 году он был у них. В 55-м он написал им письмо, написал послание, и он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, то есть я уже говорил вам ранее об этом событии, которое вы и приняли, и в котором утвердились, обратите внимание на время, в котором стоят следующие глаголы, напоминаю вам, братья,
Евангелие, которое я благовествовал в прошлом, которое вы приняли, в котором утвердились, то есть все это было ранее, в 52-м году. «Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял». Павел пишет о том, о чем узнал от других людей. Он не был очевидцем воскресения, он обратился намного позже, обратился, уверовал в Иисуса Христа, но он говорит, Павел пишет о том, о чем он узнал от других людей. Говорю то, что мне сказали другие, а я вам сказал, когда был с вами, говорит апостол Павел. Ибо я первоначально передал вам, что и сам, что сделал? Принял. То есть ему донесли информацию. Ему передали, ему рассказали о том, что Иисус воскрес. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен. Никто не отрицает, что Иисус жил, умер и был погребен. Никто не отрицает. Историки, люди науки, исследователи, они не отрицают, что Иисус, Он был. Они, и другая литература, и другие книги говорят о существовании, о существовании Иисуса Христа, о том, что Он был в истории, была такая личность по имени Иисус Христос. Они не отвергают, не отрицают, что Иисус, Он пришел, Он был на земле, Он умер, был погребен. Они не отрицают этого. Далее следует та часть, которую ученые отрицают, а именно, что Он воскрес в третий день по Писанию. Они согласны с тем, что Иисус был, они согласны с тем, что Иисус был распят, они согласны с тем, что Иисус был положен в гробнице, но они не согласны и отрицают воскресение Иисуса Христа. Так как это отправная точка неверия людей, то необходимо проанализировать следующие события в истории. Мы говорили ранее о том, что Иисус был распят, Он умер приблизительно в 30-32 году нашей эры от Рождества. В 55 году апостол Павел пишет свое послание коринфянам, напоминая им о событии, о том, что он уже им говорил тогда, когда был у них в 52 году. Павел пишет письмо жителям Коринфа в 55 году. В 52 году он был у них всего лишь после 20 лет. Со дня события воскресения Иисуса Христа, смерти и воскресения Иисуса Христа, Павел верил в воскресение до 52 года. Рассматривая 44 год, в 44 году Павел проповедовал о воскресении, находясь в Кипре. Находясь на Кипре, он проповедовал о воскресении Иисуса Христа. Но он говорит, что узнал от кого-то еще о воскресении Иисуса Христа. Тем не менее, ученые утверждают, что миф о воскресении сформировался на протяжении столетий. И что воскрес в третий день по Писанию, что явился Кифе, Петру, потом 12. Здесь апостол Павел упоминает о человеке по имени Кифа, или же нам известен по имени Петр, с которым он встречался. Спустя лишь 12 лет со дня смерти Христа Павел убежден в его воскресении. Откуда Павел знал, что Петр видел Христа после воскресения? Он говорит нам в другом своем послании, послании к Галатам. Мы читаем в 1 главе 18 стихом. «Потом, спустя 3 года, после своего обращения к Христу, после того, как он уверовал, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим, виделся с кем? Петром, Кифой, и пробыл у него дней 15. Павел около 2 недель провел с Петром. Еще встретил он, также мы читаем, другого же из апостолов. Я не видел никого, кроме кого? Якова, брата Господня. Это не просто деталь. Павел лично знал брата Иисуса. Иисуса Христа. Яков обратился и уверовал в Иисуса Христа после его воскресения. При жизни Иисуса Христа Яков не верил в Иисуса. Не верил, что он Сын Божий, пришедший от Бога, родившийся сверхъестественным образом. Он отвергал,
Он божественность Иисуса Христа. Но после воскресения Яков обратился к Иисусу Христу. Яков стал верующим в результате воскресения Иисуса Христа. И вот рассматривая эти события по числам, которые не могут отвергнуть ученые, а именно то, что Иисус был раз, то, что Иисус умер в 30-32 году, в 55 году Павел пишет свое послание коринфянам. В своем послании он говорит о том, что когда я был у вас, я вам напоминаю то, о чем я вам говорил тогда, когда был в 52 году, в 44 году. В 44 году он проповедовал на острове Кипр, и в 40 году он встречался с Петром, он встречался с Иаковом, провел с ними около 2 недель, беседуя о Иисусе Христе. В 40 году имело место встреча Павла и Петра. Но Павел говорит нам, что встретил Петра спустя 3 года после того, как уверовал. Значит, он уверовал в 37 году. Тогда, когда Павел обратился к Иисусу Христу, уверовал в Иисуса Христа, будучи фарисеем, будучи гонителем церкви, отвергающим христиан, последователей Иисуса Христа, апостолы и последовавшие за Христом, они очень, очень осторожно рассматривали апостола Павла, не доверяя, думая, возможно, он хочет войти в доверие христиан для того, чтобы более сильнее расправляться с ними. Поэтому около 3 лет апостол Павел, после своего обращения, он не встречался с апостолами, с духовными лидерами того времени. В 40-м году он встречается с апостолом Петром, встречается с Яковом. Они беседуют о воскресении. Павел уверовал приблизительно спустя 5 лет, всего лишь 5 лет, после того, как Иисус умер и воскрес. Павел уверовал приблизительно спустя 5 лет с момента смерти и воскресения Иисуса Христа. Первые доказательства воскресения Христа не находятся в Евангелиях. Они были написаны намного позднее. И мы знаем, что послание, сама Библия была канонизирована намного позже, нежели то, что было передано, то, что было рассказано апостолами, Божьими людьми. Поэтому если Евангелие, И можно Евангелие как-то возразить, возможно, как-то возражать Евангелие, что Павлу в данном случае, мы, рассматривая апостола Павла, мы не можем возразить тому, что он говорит, тому, что он передает. Рассматривая все эти события, аргументированные, рассматривая все эти события в очередности и в своем последствии, я хотел бы, чтобы мы сделали следующие выводы. Первый вывод. Воскресение Иисуса – это не легенда, порожденная в ходе истории. Это не легенда. Очень важно понять, воскресение Иисуса Христа не является легендой. Второй вывод. Воскресение Иисуса было задокументировано при жизни и свидетелей. Были живые свидетели, на которых ссылается апостол Павел. Тогда, когда пишет свое послание, он говорит, что есть люди, которые могут рассказать, которые видели воочию в те дни, в то время, когда он писал свое послание, аргументируя и заявляя, доказывая, что Христос воскрес из мертвых. Скептики могут сказать, они просто врали. Никто не обвинял апостола Павла во лжи. Рассматривая историков, людей науки, никто апостола Павла не обвинял во лжи. Никто не обвинял апостола Павла в помешательстве, в том, что он не знал, он был человеком начитанным, человеком уважаемым, человеком, которого не обвиняли во лжи, которого не обвиняли в помешательстве. Поэтому, рассматривая христианство, оно не было создано Библией. Библия пришла намного позднее. Христианство не было создано последователями Христа. И мы говорили ранее, что тогда, когда Иисус воскрес, они не веровали. Уверовали после Его воскресения, после Его явления. Христианство, оно было основано на воскресении. В первые недели христианства апостолы были арестованы и допрошены. Они объясняли, почему делают то, что делают. Они готовы были отдать жизни свои,
потому что они знали твердо и уверенно, что Христос воскрес из мертвых. И нет ничего, что могло бы как-то смутить, испугать их. Они знали, что есть воскресение. Они знали, что есть жизнь вечная. Они знали, что есть будущее. Они знали, что есть надежда на жизнь вечную, на жизнь с Иисусом Христом, с тем, который воскрес из мертвых. Некоторые говорят, а кто его знает? Есть после смерти что-то? Нет ничего. Кто пришел оттуда, чтобы нам сказать? Пришел Иисус. Иисус воскрес из мертвых для того, чтобы сказать нам, что есть воскресение, есть жизнь вечная. Христиане, верующие люди, в первые же недели воскресения Иисуса Христа, явления апостолам, людям верующим, они были готовы идти до конца, вплоть до того, что готовы были умереть за Христа, зная, что Христос воскрес из мертвых. И именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, теперь они, уже стоя пред книжниками, фарисеями, пред теми, которые пытались как-то спрятать события о воскресении Иисуса Христа, заставляли молчать. Они смотрели в глаза тем, кто допустил и одобрил распятие Иисуса Христа. И они говорили следующие слова. «Именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли». Это серьезное обвинение. И они не боялись в том, что произойдет с ними после этого заявления, которого Бог воскресил из мертвых. Нельзя испугать людей, которые не боятся смерти. И они твердо, с уверенностью заявляли и свидетельствовали о том, что Христос воскрес из мертвых. Христос воскрес! Христос амвиат! Христос воскрес! И это не просто праздник, это наша вера, это наша надежда. В дальнейшем мы будем молиться, и я приглашаю вас подняться для молитвы. Возьмите свою руку, положите на сердце, я думаю, что вы знаете, где оно находится, найдете. Возьмите свою руку, положите на сердце, поблагодарите. Поблагодарите того, который воскрес. Воскрес для того, чтобы принести нам надежду, для того, чтобы принести нам веру. Отец Небесный, мы благословляем Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, который пришел в этот мир, который пришел для того, чтобы искупить нас от грехов наших, который пришел для того, чтобы спасти нас от того зла, неверия, лжи, тьмы, в которой мы жили, в которой находились. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что сегодня, находясь здесь, празднуя праздник Твоего воскресения. Это не просто событие, это не просто традиция или ритуал, это наша вера в то, что Ты воскрес из мертвых, аргументируемая и находящая место в нашем сердце и в нашей жизни. Господи, я молю и прошу Тебя за тех, которые так же, как и я, уверовав в Тебя, но порой задаются вопросом, а что дальше, что там после смерти? Господи, я молю Тебя за тех, которые ставят под сомнение и отвергают Твое воскресение, отвергают Тебя, не веруют в Тебя, заявляя о себе, что являются атеистами. Я молю и прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открыл разум, открыл сердце, дал понимание того, что Ты живой, дал понимание того, что Ты воскрес, что Ты есть Тот, Который милуешь, прощаешь, спасаешь, даешь смысл, суть жизни человека. Я прошу Тебя, Господи, благослови. Прошу Тебя, Христос, за тех, которые в какое-то время с детства веровали в Тебя, посещали служения, посещали воскресные кружки, были на воскресной школе, но со временем отошли, задаются вопросом, а возможно ли вновь уверовать, возможно ли что-то поменять. Я прошу и молю Тебя, Господь, в этот день. Измени их сердца, освежи, Господь, в их сердце, в их разуме веру в Тебя, веру в воскресение Твое. Отец, просим Тебя, молим Тебя, Господь, благослови нас. Благодарны Тебе, великий Бог, благодарны Тебе, святой Господь. Твоему имени возносим честь, Твоему имени возносим славу. Благодарны Тебе, Иисус, за прощение, за искупление, за жизнь, за воскресение. Тебе честь и величие, великий Бог. Аминь. Я приглашаю вас занять места, пожалуйста.
Присаживайтесь, возьмите формуляр, который вы получили, и вместе со мной заполните этот формуляр, заполняя изначально с левой стороны, в левой части. Самое важное решение, которое сегодня вы можете принять, это посвятить свою жизнь Иисусу Христу и принять водное крещение, которое будет проходить в церкви Филадельфии 27 мая этого года. Также примите решение сегодня твердо верить в воскресение Иисуса Христа, не сомневаясь, не ставя под сомнение. Принимая следующее решение, если желаешь получить больше информации о воскресении Иисуса Христа, отметь в формуляре, мы сможем предоставить и другую информацию. В эти 30 минут, 40 минут недостаточно времени для того, чтобы привести вам и другие аргументы, которых так много, которые говорят о том, что Иисус воскрес из мертвых, которые говорят нам о том, что Иисус жив. И если ты нуждаешься еще в каких-либо аргументах в том, что Христос воскрес из мертвых, отметь формуляре, и мы сможем предоставить их тебе в дальнейшем. Также прими сегодня решение оказывать честь Иисусу во время этих праздников. Знаете, мы люди и будем в эти дни встречаться с друзьями, близкими, знакомыми. Поэтому давайте мы будем светом, будем солью, будем верующими людьми. Не будем идти на поводу людей, которые не знают Христа, для которых праздник – это всего лишь повод. Повод для чего? Напиться? Вы сказали. Поэтому давайте мы будем верующими людьми. Встречаясь с друзьями, близкими, знакомыми, будем светом, будем людьми, которые верят в Иисуса, верят искренне. Также, так как мы объявляли в прошлое воскресенье, сегодняшний сбор, то, что сегодня будет пожертвовано вами, все это пойдет на строительство, на приобретение молитвенного дома в селе Цариград Дрокевского района. Там верующие люди собираются и нуждаются в здании, в помещении, где бы они могли встречаться, проводить служения. И мы, как церковь, хотим сегодня пожертвовать для приобретения молитвенного дома. И рассматривая эту благородную нужду, мы будем щедро жертвовать. Опять же, все это на добровольнической основе. Ты не обязан ничего вложить в этот конверт, ты свободен. Но если ты желаешь что-то сделать во имя Господа, желаешь что-то пожертвовать, сделай это во имя Иисуса Христа, сделай с добрым сердцем, сделай это от души, без ожесточения, без критики, без сомнения. Если ты видишь, что сердце не позволяет, не нужно ничего ложить, если ты жалеешь, что ты ложишь в этот конверт, это не плата за служение. Все, что мы жертвуем в этот конверт, представляет процентное пожертвование, дар благодарности, вклад в миссионерское служение, в образование бедных детей, обед для нуждающихся людей. Если у тебя есть вопросы, предложения, молитвенные нужды, ты можешь их записать в верхней части формуляра, мы сможем рассмотреть их, связаться с тобой, ответить, молиться за тебя. Также заполняя формуляр в нижней части, если ты приходишь в церковь из другой евангельской церкви. Приходишь в церковь Филадельфии и хочешь стать членом церкви Филадельфии. Задаешься вопросом, что сделать для этого. Отметь в формуляре, мы созвонимся, объясним, что необходимо сделать для этого. Если у тебя есть вопросы к руководителям церкви, ты хочешь с ними поговорить, встретиться, отметь в формуляре, мы назначим встречу, сможем позвонить, сможем поговорить с тобою. Также, если ты хочешь стать частью команды мечты или участвовать на курсах по личному развитию, отметь в формуляре. Я приглашаю вас сейчас, давайте мы поднимемся в молитве, попросим, чтобы Господь благословил наши пожертвования, чтобы Господь благословил наши решения, чтобы Господь помог нам быть светом, быть солью, быть верующими людьми в эти дни, тогда, когда будем встречаться, тогда, когда будем сидеть за праздничным столом, чтобы Бог помог нам оставаться верующими людьми. Отец Небесный, мы благословляем Тебя, Господь и Бог наш. Бог наш, мы благодарим Тебя за милость Твою, благодарим Тебя, Господь, за благодать Твою, благодарим Тебя, Иисус, за кровь Твою, которая проливалась на кресте, благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты оставил небеса ради нас, ради нашего искупления и оправдания, ради нашего спасения. Благодарим, Иисус, за то, что Ты воскрес
воскрес, для того, чтобы принести веру и надежду на воскресение. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что воскресением Своим Ты одержал победу над смертью. Господь, да будет имя Твое благословенно. Господь, да будет имя Твое возвеличено и превознесено в жизни нашей. Дай нам, Господь, сегодня нашей жизнью заявлять, говорить о том, что Ты являешься живым, о том, что Ты воскрес, делами нашими свидетельствовать людям, в особенности в эти дни, тогда, когда будем встречаться с близкими, друзьями, родственниками, людьми, которые не знают Тебя, которые живут в неверии, которые живут во тьме, которые живут в грехе. Прошу Тебя, Господь, чтобы нашим добрым поведением мы могли влиять, Господь, в том, чтобы и они в свое время смогли уверовать в Тебя, последовать за Тобою, познать Тебя. Господь, благодарим Тебя и превозносим Тебе честь, Тебе благодарность, великий Бог. Аминь. Берем формуляры и ручки, которые есть у вас, опускаем специальные ведра для сбора. Группа поможет нам прославить Иисуса Христа. За нас битву нам свободу.
воскрес! Несите весть о воскресении Иисуса Христа в ваши дома, вашим близким. Не просто как традиция, как обычая, как день, как время, но как убеждение, как веру, как надежду на воскресение. Пусть Бог благословит вас. Приветствуйте, поздравляйте друг друга словами «Христос воскрес!» И пусть воскресение Иисуса Христа найдет свое место в нашей жизни, в нашем сердце. Благословение вам!